Здравствуй, мой друг. Ты на канале Генерале. Меня зовут Виталия. И мы продолжаем получать все новые и новые концовки в этой интерактивной книге под названием «201 плохое число». Что ж, эта серия, наверное, будет, мой друг, гипер-ультра-короткой, потому что нам не так много нужно поменять, и не так много, я так понимаю, поменяется в итоге-то, да? Но, тем не менее, серия-то, может, гипер-короткая, а мне, блин, сидеть, тыкать вот до этого события почти 20 минут, и еще от него сейчас, наверное, больше 20 минут тыкать до финала книги. Для меня это не коротко будет, не ультра, и более того, еще очень утомительно. Ну, ты представь, минут 30-40 просто сидеть и тыкать. Я уже тут все наизусть, каждую уже страницу знаю, мой друг. Это просто утомительно, поэтому серия-то, может, короткая, но это производство не особо коротко. Я резервный просто никакую сейв не могу использовать игрового процесса. Я там сделал из прошлой нашей концовки резервный сейв, но он позже, на момент песчаной бури я сделал, на всякий случай. А это событие, блин, раньше, встреча с Джокером. Давай, нападаем мы на него, таким образом не уходим в оборону и сохраняем Алисе палец, травму получит не Алиса, а Лео. И давай, идем к финалу, осталось дотыкать еще минут 20, вот это вот. Видишь, они медленно, блин, переворачиваются, сидишь 20 минут, блин, это тык-тык-тык, вот это тык-тык-тык-тык, тык-тык. Так, вот так меня ждет следующие 20 минут, мой друг. Можешь себе представить, как это скучно. Все, дотыкал я, мой друг, до самого финала. Сейчас мы посмотрим, что поменяется там. У нас Алиса теперь с здоровым пальцем. Так, щадим этого самого Эндрю. Алиса не беременна, она с пальцем. Все у нее прекрасно. Сейчас посмотрим, что там изменится теперь в финале. Сможет ли Алиса улететь вместе с Лео на землю, или только она одна улетит, потому что Лео теперь не сможет забраться на гору из-за своей травмы, да? Пока что то же самое все, но это и логично, что тут будет то же самое. Поменяется где-то в самом финале, наверное, какие-нибудь пару строк. Не знаю, а может кардинально как-то изменится. Пока то же самое все, собираются они улетать, покидать эту планету, собираются в дорогу. Все то же самое пока что описание. Шли они долго, 72 дня, Эндрю их развлекал. Так, и что меняется у нас здесь? Почти добравшись до корабля, остался последний рывок, где нужно было карабкаться, как скалолазы высоко вверх. Почти на самой вершине. Алиса соскользнула рука, но она смогла удержаться. У Лео ёкнуло в груди. Однако троица, быстро взяв себя в руки, добралась до заветного ангара. Спустившись по лестнице, андроид объяснил, что это что-то вроде магнитной пушки, которая выстрелит ими в космос. Алиса и Лео попрощались с Эндрю, крепко его обняв, и, сев в корабль, пристегнув ремни, взяли друг друга за руки в ожидании взлета. Андроид нашел блок управления, подключился к нему и запустил их в космос. После запуска корабля андроид подошел к краю обрыва и, посмотрев вниз, сказал сам себе: «Хорошо, хоть спуск будет быстрым». С этими словами он сделал шаг в пропасть. Получено достижение «Мать-Земля». Последний мужчина и женщина вернулись на свою родную планету. Отлично. Полет оказался быстрым. Земля находилась почти между Марсом и Солнцем. Расстояние составило чуть более 57 миллионов километров. Весь перелет искатели, не отрываясь, смотрели в иллюминатор, лишь изредка прерывая тишину восхищенными возгласами от увиденного. Приземление было мягким. Искатели еще некоторое время смотрели в иллюминатор, любуясь желтым песком. Затем они улыбнулись и вышли наружу, взявшись за руки. Вокруг не было ничего, кроме желтого песка и непонятной субстанции в воздухе. Лео показал три пальца, затем два, один, и они одновременно сняли шлемы. Скорчив лица от ядовитого воздуха, они поцеловались и сказали друг другу: «Люблю тебя, и я тебя люблю». Прощание обошлось без фирменной фразы. Затем Лео вдохнул полной грудью
и за секунду до их гибели произнес: «Блудные дети вернулись, мать-земля». Вот ради этих нескольких строк я, блин, сидел больше получаса, занимался наискучнейшим в свете занятием. Ставь лайк, если тебе понравились эти несколько новых строк. Можешь лайк мне поставить как компенсацию за мои старания, за мои мучения. Впрочем, ты волен поступать, мой друг, разумеется, так, как считаешь нужным. Можешь и дизлайк поставить. До встречи. В следующих сериях еще что-нибудь потыкаем. Еще что-нибудь натыкаем в этой игре. Потыкаем еще в нее палкой. Пока.